Вот вы даже не догадываетесь, наверное, что мы сделали с языком. Мы сокрушили указательную функцию языка. Как бы язык ни определялся, он все равно определяется через обозначающее и обозначаемое. И это мы сокрушили. Да, обычно. Да. Нет, я так понимаю, получилось. Я даже хотел сегодня с этим выступать, что указательная функция языка, она неадекватна. Только я не понял, почему из этого построения указательная функция языка сокрушена. Потому что язык – это конкретизация предикации. То, чем занят язык, это не указывание на что бы то ни было, а конкретизация предикации. А если язык – это конкретизация предикации, уточнение развития предикации, то он занят отнюдь не указыванием. Берется предикация, проводится различие в предикации на, скажем, свойства и действия, на возвратность, невозвратность, на дательный или творительный падеж. Это конкретизация предикации, то, чем занят язык. В языке происходит определение и дифференциация уже данной до языка предикации. И это то, что делает язык, а вовсе не указывает на что бы то ни было. Есть еще же такая функция языка, как коммуникация, а в коммуникации важно как раз именно указание. Ну что такое иначе, как бы было бы сообщение, да? Я вам указываю. Что касается указания, то это будет уже... Ну, совершенно вторичная функция языка. Когда я с вами говорю, я строю новые предикации. Ну да, то есть существенно... То, что вы при этом это слышите, меня совершенно не волнует, да, то есть... строго говоря. Да, существенно, то есть оказывается не то, что я указываю на девочку, которая веселая и бежит, а на отношения между веселой и бежит. Да, да. То это... есть как бы вот эта предикация, то есть в этом смысле язык обретает некое в себе бытие. Да, не имеющее отношения к этой штуке. Язык, продолжение логики, рассвечивание логики, развитие предикаций и ни указательная, ни сообщительная функция языка просто исчезают. Они не нужны для определения языка. А почему тогда у каждого не свой язык? Почему язык один? Но это же очень важная функция, что языков, вообще говоря, какие много, но тем не менее все они как-то вот группируются по каким-то вот сообществам, да? А не так, что у каждого человека свой язык. В конце концов, вы могли бы выработать свой язык, на нем говорить, вас никто бы не понимал, но вам бы с вашей предикацией как бы было очень хорошо. Ну... То есть здесь какой-то есть вот... Какое-то абстрактное понимание языка. Да, в абстрактном смысле язык таков, но он же конкретен, он же вот какой-то определенный язык, но он еще и всеобщий, в том смысле, что много людей на нем говорят, и все друг друга понимают. Может быть, наоборот, коммуникативная функция – это главное, а предикативная – это уже как бы эффект, да, от того, что его есть коммуникация. Вот, я о девочке в простой предикации, до языковой предикации, я о девочке сообщаю, что она веселая и она бежит. Да. Я это как бы утверждаю о девочке. Я, разумеется, как бы общаюсь с вами, и у нас есть договоренность, чтобы вы понимали, что я хочу, как я хочу дальше конкретизировать предикацию, что есть вот, свойства, есть действие, есть флексия ая, есть суффикс ит. Вот. Для меня важно, чтобы меня понимали. Понимать меня можете только через грамматику. Здесь все просто. Но важность того, что вы меня понимаете, не касается сути языка. Коммуникативная функция никуда не девается. Но она не касается... Язык можно определить без коммуникативной функции. Это, кстати, понятно и так. И в обычном понимании языка. Главное все-таки указывание. А там что еще... И вам сообщают то, о чем указываю, это как бы, ну, тоже не обязательно. Но указательная функция обязательна для языка во всех имеющихся и вообще возможных и мыслимых определениях языка. Так вот мы с ней разобрались, покончили раз и навсегда.
язык существует без указательной функции. Еще раз, есть сообщение о девочке на уровне простой логической предикации. То-то и то-то. У нее такое-то свойство, она веселая, такое-то свойство, она бежит. И дальше язык развивает предикации, оставаясь в пределах логического построения, логического субъектно-предикатного построения. В этих пределах он предикацию развивает, это то, что делает язык, а вовсе не указывает. Можно указательную функцию увидеть в простой предикации. Я о девочке сообщаю, есть в простой предикации логической. Есть то, о чем говорится, и есть то, что говорится. Вот и все. Но это не указывание. Здесь нет обозначающего и означаемого. Язык развивается, здесь нет означающего и означаемого. Здесь это нельзя назвать указательные функции в классическом понимании. В классическом понимании я говорю девочка, тем самым этим словом указываю на отсылаю к девочке. Да, да. Это одно. А когда я о девочке сообщаю, что она веселая и бежит, это совсем другое. И больше никакого. И язык не начинается со слова девочка, которое отсылает нас к живой девочке. Язык занят совершенно другими вещами. Хотя он, конечно, в нем есть, как и в логике, просто что говорится и о чем это говорится. Язык нельзя свести просто к дескриптивной функции. То есть описательно. То есть язык, вот у нас есть некого рода объект, мы его хотим описать. Да. Не привнося туда никаких, допустим, конструкций, там вот как в этом феноменологии, да? Не внося никаких концепций, а просто чисто описать. Да. Язык не таков, он не может описать. Да, на самом деле Аристотель говорил, что нельзя просто одним словом что-то, одно слово ничего не значит. Если я сказал Сократ, я ничего не сказал. Потом сказали, что Сократ бледен, или что Сократ философ. Сократ уродлив, Сократ жена Ксантипа. Это я уже что-то сказал о Сократе, а просто слово Сократ ничего не дает. Угу. Ну, да. Уже Аристотель усомнился, он там не явно это выразил, про дескриптивную функцию ничего не сказал, но как бы в таком неявном виде он уже возразил против этой вот чистой ситуации, означающей означаемое. Конкретно сказал, повторяю следующее, что одно слово ничего не значит, ничего не несет. Язык начинается с высказывания. Но нам удалось, видимо, действительно снять это обозначающее обозначение в языке и понять язык без обозначения, по пределу суждения. Хорошо, это уже хорошо. Да, так каким словом это все можно обозначить? Тут было описательно указывающее функции языка, а это какое было слово? Ну какое слово? Никакого слова. Дифференцирует предикацию. Язык – это дифференциация предикации. Я бы сказал, это логическая, на самом деле, какая-то функция языка. То есть, как бы после логики вот есть еще дополнительная логическая функция языка. Да, я говорю, язык просто рассвечивает логику, дифференцирует предикацию. Это определенное определение языка. Язык – это дифференциация предикации. Еще раз повторю, ни в коем случае не путать эту дифференциацию предикации с предметной дифференциацией. Когда у чукчи 100 наименований снега, а у нас 10, потому что чукчи оленеводы. Это тоже похоже на дифференциацию языка, и как подпадает под определение дифференциации языка. И это всегда считалось самым мудрым, что о языке мы знаем. О философии языка. Любая работа философии языка начинается с того, что у чукчи 100 названий снега, потому что чукчи оленеводы. Это предметная будет дифференциация языка. А к языку это не имеет никакого отношения. Потому что чукчи оленеводы и важные нюансы снега – это одно. Но это никакого отношения к языку не имеет. Я говорю о формальной дифференциации. Разделение на падежи, роды, возвратность, наклонение и на все прочее. Дело вовсе не в чукчах.
Если с этой поправкой, то получается определение языка именно таково. Язык – это роды, виды, предикации. Язык, я говорил в прошлый раз, что слоги – это не части слова, а отношения между словами. Да. То есть язык – это чистые отношения, он, собственно, и разводит вот так, разводит. Есть субъектно-предикатные отношения исходные. Все это делает язык – это выстраивает новые отношения в рамках предикации. Девочка бежит, девочке бежит вся. Ну, там, расслышать «ся» можно только в одном случае, если оно различает два слова «бежит» и «бежит ся», иначе мы просто не услышим, как я говорил в прошлый раз, извините за повторение. Мы просто не услышим это «ся», если оно не разделяет «бежит» и «бежится». Поэтому «ся» не часть слова «бежит», а это отношение между двумя словами. Одно дело девочка бежит, а другое дело девочке бежит ся. Это наличие или отсутствие ся дает нам совершенно изменение смысла в смысле дифференциации предикации. Еще раз, ся – это не часть слова, а отношение между словами. И весь язык есть вот выстраивание этих новых отношений по разным критериям. Теперь о метафоре. Я как собака на забор прыгаю на эту метафору и все время срываюсь. Мне все время не получается. Самое главное понять ту девочку, которая просто падает. У нас есть это две девочки, которые как птица в метафорическом смысле движутся, и которая просто падает с крыши, как в буквальном смысле, как камень. И тоже она вроде летит, но уже в буквальном смысле летит. Разбить. На мой взгляд, тут нет метафоры. Метафоры нет. Вот надо понять, почему вот здесь метафоры нет. А когда мы говорим, девочка летит, метафора нет. Ну, допустим, девочка летит по улице. Или девочка летит как бы мимо окон, да, тоже вроде как красиво звучит, но не метафора. То есть вас смущается одинаковость грамматической формы, да? Да, вот вы говорите, что... Девочка птицей летит, здесь... девочка камнем падает, а в одном случае есть метафора, а в другом случае метафоры нет, да? Как язык-то? Язык, получается, не может это ухватить, ухватывает это что-то другое, да? Мы понимаем, что смысл другой, а в языке это никак не понятно. И там летит, и здесь летит, и там можно сравнить с птицей, и здесь можно это с камнем сравнить вроде как, да, там. Грамматическая форма обязательна. Если мы говорим «девочка падает», это одно. Если девочка падает камнем, то все-таки, наверное, это метафора. Я как-то очень верю в грамматическую форму. Если есть грамматическая форма, то это метафора. Мы действительно, девочка все-таки не как камень падает, но вот некоторым образом все-таки как камень. Девочка не камень, я хочу сказать, но падает она камнем. Не, ну она может обручем падать там, теоретически, там за ноги схватилась или летит как кольцо, или еще как-нибудь она может там падать. Может она летит, падает и одновременно там руками машет, как птица там, все что угодно, но она фактически падает, а не просто метафорически летит на досаде. Булат, вы знаете, здесь все-таки метафора, потому что девушка действительно может падать, ну, действительно, камнем, скажем, свернувшись в клубок и падать, а может как-нибудь вот так лететь, падать. В любом случае, девочка бедная, конечно, и нам ее очень жалко, но падает она все-таки по-разному. Она либо падает вот камнем, либо все-таки как-то иначе, если метафора не приходит в голову. Раненой птицей там падает, не знаю. Все равно, если как, то... Это не что, если как, то метафора. Нет, конечно. Но если есть... Может быть, мы если каждый раз к какому-то субъекту, типа девочка, присоединяем несвойственный ей глагол, то нам просто просится метафора. Ну, не падают девочки, да, как-то там. Ну, вообще-то падают, конечно, такой, но они не летят, скажем, да? Вот когда мы присоединяем глагол, который несвойственный девочке делать, то всегда возникает метафора. Да, да.
Вот смотрите, что я, конечно, нарисую. Я уже соскучился по рисованию. Давненько не рисовал. Есть геометрическая, геометрическая стадия языка. Это ая, ит. Это вот когда мы говорим, веселая девочка бежит, грустная девочка сидит. Это как бы атом смысла и одновременно атом языка. Есть всеобщая стадия языка. Это то же самое сит. Это значит, что веселая, далекая, толстая, везде ая означает свойство. Это стадия всеобщая. Всеобщая. То же самое и бежит, смешит, свистит. Общим является то, что это действие. Здесь общим является то, что это свойство, здесь общим является то, что это действие. А в метафоре мы имеем отношение очень смешное. Ит, ит. Которое, вообще говоря, невозможно. Девочка бежит, птица летит. Девочка летит, птица летит. То есть здесь понятно, здесь отношение различия. Свойство действия. Здесь отношение тождества. Что веселое, что далекое, все равно ая, и значит свойство. Что бежит, что смешит, все равно ит. Я уже все нарисовал. Можно это нарисовать и красным цветом? Ну, просто чтобы не было одним цветом. Уже за эстетикой. А можно, да. А вот, вот эта форма. Зеркало, да? Эта форма, она непонятна. Очень просто понятное отношение свойств, отношение различия. Очень понятна запятая. Я выясняю, что вот она веселая, вот она далекая, вот она яркая. Нахожу тождество. Здесь нет отношения ая-ая. Здесь нет отношения ит-ит. А только запятая. Нахождение тождества. А в метафоре некоторым образом есть отношение ит-ит, которое неопределенное. Что такое неопределенное отношение? Здесь вообще нет отношений. Здесь отношение есть, но оно определенное. Свойство действия. А отношение ит-ит – неопределенное отношение, то есть как бы несуществующее и невозможное отношение. Отношение, которое мне нечего сказать. Мое предположение заключается в следующем, что ситуация метафоры – это когда одно высказывание сказывается от другого высказывания. Есть высказывание «девочка бежит», и о нем сказывается высказывание. Само высказывание и сказывание, чего-то о чем-то. О девочке сказано, что она бежит. О птице сказано, что она летит. Так вот, может быть, метафора – это когда одно высказывание сказывается о другом высказывании. То есть то высказывание, о котором сказывается, это девочка бежит. То высказывание, которое сказывается о первом высказывании, это птица летит. При этом, когда мы... Каждое из этих высказываний состоит из субъекта и предиката. Каждое высказывание состоит из субъекта и предиката. Субъект – это не то, что о чем-то сказывается. Лишь предикат есть то, что о чем-то сказывается. Поэтому, когда мы говорим, что второе высказывание про птицу сказывается о первом высказывании про девочку, то мы на самом деле говорим, что предикат второго высказывания
отказывается о высказывании первом про девочку. И получается у нас девочка летит. Именно грамматически получается до смысла. Итак, я как хочу сказать, что хочу сказать? Что метафора это тогда, когда одно высказывание, не когда слово предикат о субъекте, а когда есть два субъектно-предикатных высказывания, и одно высказывание сказывается о другом высказывании. А поскольку высказывание только предикат может сказываться, то получается ситуация, когда предикат второго высказывания сказывается о всем первом высказывании. И получается сознание подмены предиката. Это я еще раз прыгнул на тот же забор. Написана метафора. То есть все-таки главное высказывание это девочка летит. Когда мы говорим девочка это птица, девочка как птица, мы говорим, что девочка летит. Да, конечно. Девочка птица не становится. Становится девочка летит. То есть, да, например. Предыдущий, кстати, конструкция была интереснее, потому что понятие метафоры это перенос смысла, да? Так когда мы говорим, что девочка там бежит, а птица летит. И когда мы переносим смысл «летит» на девочку, в каком-то смысле ведь отождествляем действительно девочку и птицу. И как бы и вот это вот мы же так и пытались интерпретировать, что на самом деле мы девочку понимаем как птицу. Я не и это отождествление понимаю. В каком-то смысле более... Мы понимаем девочку лечащую, как и человек. Как и человек. Большой, как слон. Это просто о человеке говорит, что человек большой, а не то, что он слон. Правда же? Нет, да. Мы раньше понимали, вот не совсем это, что возможно, как бы отождествление здесь происходит. Человека и слона. Нет, как, так и мы... в меру этого отождествления происходит это перенос. Влад, мы понимали так, что свойство слона, величина, отождествляется с человеком, становится свойством человека. А смысл в этой метафоричности языка там зачем нужно тогда? Сказать, что девочка летит? А люди говорят, девочка как птица, человек как слово. Сказали бы, он очень большой. Что прибавляет? Что требует язык, как он здесь функционирует, что заставляет нас пользоваться метафорой? Прибавляется именно это. Когда мы говорим о человеке, он слон, мы говорим, что он не похож размерами на слона, а размерами равен слону. Понимаете, вот что делает метафора? Ну, по сути он ведь не равен. Равен слону. По сути не равен. По сути он просто для человека большой, а для слона маленький. Просто это речь идет о том, что когда мы говорим, что человек как слон, то это означает, что он совсем-совсем большой. Совсем-совсем. Редкая птица долетит до середины Днепра. Да, девочка. Мы утверждаем, птица, что да. Мы утверждаем, что особенно если это девочка. Мы утверждаем, что Днепр так же широк, как море, не напоминает море временами, а он действительно широк, как море. В этом смысл метафоры. А редкая птица действительно долетит до середины моря. Если Днепр широк, как море, Днепр не стал морем, но широтой своей. То есть это просто, он, просто грубо говоря... У него пресная вода, например, как положено, да, он не стал морем. Он стал одним признаком, он стал морем. В одном признаке он стал морем. Именно в широте. И поэтому мы смело говорим, редкая птица долетит до середины Днепра. То есть это просто способ сказать, ну, например, сказать, что человек совсем большой. Да, человек остался человеком. Он на двух ногах, он не стал на четырех ногах, у него не вырос хобот. Но размерами он не напоминает слона, не близок к слону, а равен слону. Поэтому пользуемся метафорой. Угу. Нет, а вот еще есть такое наблюдение. Днепр широтой равен морю. И этот самый человек размерами. Да, конечно. Просто помните, мы говорили, для того, чтобы измерить два отрезка, нужен третий отрезок. Не получается ли, что в метафоре так, чтобы вот измерить как бы девочку и птицу, нужно как бы вот нечто такое, как бы, да, чтобы стало как бы третьим. Чтобы оно прояснило, в каком смысле девочка это летит. Мы говорим, точнее неправильно говорю, девочка и летит, да? Вот эти два как бы отрезка, так, это, и чтобы их измерить, нужно вот нечто третье, типа птицы, которая их как бы соединяет и измеряет. То есть не происходит ли метафоры как своего рода в измерении? Нужен некого рода эталон, как типа как слон, да, допустим, для человека, чтобы измерить его крупность. Мы говорим, как он крупный, насколько крупный, как слон.
То есть понятно здесь, что здесь не идет речь о точном измерении, сантиметрах там и прочее, но речь идет о каком-то вот своего рода измерении. Точно так же, как когда мы брали два отрезка, нужен был третий отрезок, чтобы измерить. Ты предлагаете второго слона и второго человека? Нет, я предлагаю, что когда мы говорим, девочка и летит, и пытаемся их соизмерить, нужна птица, чтобы их измерить. Как летит? Как птица? Как летит? Как камень? Как летит? И так далее. Нет, здесь, по-моему, вот о чем вопрос, к чему нужна метафора. Кстати, для протокола все-таки мы употребляем слово метафора в не в точном смысле слова. Я постарался сделать домашнее задание. Вот. И то, что Олег Михайлович называет метафорой, это на самом деле просто некоторое общее понятие тропа, вот переноса значения как бы с одной лексемы на другую. А метафора, метонимия, синекдоха, вот эти основные тропы, это более специальные что-то. Да? Вот можно как-нибудь отдельно, видимо, подумать, как их можно истолковать. Но в данном случае это черт с ним, просто так, уточнение. Вот я думаю вот что, поскольку сам язык, его существо в том, чтобы уточнять предикацию, то ведь это означает, что когда мы строим метафору, мы ее строим не для того, чтобы, не для того, чтобы определить человека, не для того, чтобы определить предмет, а для того, чтобы сделать наше высказывание более ясно. Поэтому, как это еще сказать, освежить смысл тех слов, которые употребляются. Здесь вот с девочкой летит, может быть, не так ясно, а вот из какой-нибудь фразы из Пушкина типа «змеи сердечные угрызенья». Вообще говоря, угрызенье – это в смысле ведь исходное значение, это укусы. Это вот когда грызут. Но мы теперь используем слово «угрызение» в стершемся значении, как некоторые переживания. Но когда Пушкин говорит «змеи сердечное угрызение», он слово «угрызение» возвращает уже стершийся буквальный смысл. То есть он как бы обычно во всех этих фигурах что происходит? Вместо прямого значения подставляется переносное, а он сделал наоборот. Он вместо переносного подставил прямое, но получилась та же самая метафора. Тоже получилась метафора, и тоже получилось уточнить смысл, освежить смысл слова. Может быть, в этом дело. Но в любом случае, когда мы говорим «девочка летит как птица», мы уточняем ту предикацию, которую мы имели. Она, как вы верно замечали уже неоднократно, девочка может лететь как самолет. Тогда, в общем, просто мы уточняем, что девочка, когда мы говорим «девочка летит», мы уточняем высказывание «девочка бежит». Потому что девочка может бежать легко стремительно, как птица, может бежать мощно, как самолет, угу. Может еще каким-то способом бежать. Ну, может, как паровоз там. Да. Все-таки это же, все-таки надо понять, что метафора это же не описание девочки. Это же не описание. Девочку сколько угодно можно описывать, но это нечто другое. Это скорее способ, каким высказывающая девочка выражает себя. Я выражаю, например, свое мнение о девочке тем, что высказываю какую-то метафору. А не так, что девочка на самом деле летит как... Не-не, вот у меня гипотеза в том, что уточняется не предмет и выражается не тот, кто говорит, а уточняется само выражение, вот само вот это вот слово. Оно становится, собственно, является предметом метафоры и целью метафоры. Я поэтому и хочу сказать, что в метафоре у нас есть изначально «девочка бежит», все сказали. Со словечком «летит» мы уточняем способ бега. Как бежит. Поэтому я говорю, что метафоре... Потому что она спадает с крыши, что? И не бежит ничего. Да нет. Предметная ситуация «девочка бежит». А если... дальше мы говорим, что просто уточняем, как она бежит. Каждый раз есть нечто, то, что язык не ухватывает за языком. Мы должны под «мы», как коммуникативные субъекты, должны понимать, что имеется в виду, когда говорится, что девочка летит.
То ли она бежит, как летит, то ли она летит, как летит. Понимаете, я говорю, человек стоит, а потом беру и уточняю, он стоит как столб. Это явное уточнение. Да. Явно за уточнение того, что он стоит. Потому что он стоит слишком неподвижно. Так это вот я там и говорю, что в разных смысле измерения. Так вот, как мы отрезки измеряем. Только там речь шла о буквальном смысле измерения. Здесь как бы о таком качественном измерении. Стоит как? Вот это вот стоит. Это, и вот это вот качественное измерение. Мы берем, нам нужен некого рода третий, да, чтобы вот уточнить, это, как оно, как стоит. Да, нужен третий. Я поэтому и говорю, что есть высказывание, девочка бежит, и когда есть высказывание, птица летит. И высказывание, девочка летит как птица, мы уточняем одно высказывание, уточняем другое высказывание. Причем уточняет своим предикатом. Не птица уточняет девочку, а летит, уточняет, бежит. И птица уточняет, что как летит, тоже уточняет? Летит, может, как самолет и так далее. Нет, Олег Михайлович, на самом деле здесь не важно, что именно предикатом, потому что, смотрите, когда говорится, что корни – это род растения, то это тоже метафора, но здесь уточнение происходит не через предикат, а через субъект. Как еще раз? Корни – это род растения, род, которым едят. А, угу. Вот, тоже метафора. Но здесь через замену субъекта происходит все дело. Не говорится, какой род, а говорится, что корни – это род. Нет, все равно свойство, потому что это уточняется способ питания. Уточняется следующее, что корнями питается. Да, корнями растения есть, уточняется, что это вот действительно как ртом. Нет, все-таки вы тогда нивелируете язык чисто к логике. Вначале есть такая тенденция сказать, что язык что-то сам по себе говорит, он на самом деле действительно как бы живет своей жизнью, а у вас все вот. А давайте, чтобы он чисто логически был, что-то уточнял там и прочее. Может быть, все-таки сложнее все-таки процедура. Конечно, в смысле уточнения всегда можно понять метафору, но это уже, по-моему, как бы огрубление самой метафоры. Неужели метафора действительно не делает нечто другое, да, там, как в поэтической речи? Неужели в поэтической речи метафора просто уточняет, о чем идет речь? Нет, и действительно есть некая логическая сторона языка, и она такова, что как бы дальше логика двигается с помощью языка. Действительно такое есть, но все-таки метафора, наверное, еще шире, чем вот эта вот функция языка. Ну, давайте разберемся сначала с этой функцией. Значит, если уточняется, если я говорю, ты стоишь как стоишь, а потом говорю, стоишь как столб, то я, ну, довольно ясная функция уточнения. Да. И когда девочка летит как птица, тоже довольно ясная функция уточнения, потому что она может лететь как самолет, она может то есть бежать как самолет, ну да, лететь и как птица, и как самолет. И как камень. Да. Да, вот эта вот девочка не падает. Исходное высказывание, предметное высказывание. Девочка бежит. Если девочка падала, это была бы другая предметная ситуация. Она была бы уточнять только или как камень, или как там платок носовой, или как раненая птица падает. Вот, падает и летит, просто это как бы синоним в этом смысле. Но предметные ситуации разные. Мы видим ситуацию, девочка бежит. Хотя можно взять, конечно, и падает. Но и как-то приятнее работать, девочка бежит. Когда мы говорим как птица, мы действительно ясная функция уточнения. Но просто я хочу понять грамматически, что здесь, что уточняет. Есть высказывание, и девочка бежит. И есть уточнение. Уточняющим высказыванием является исходным, уточняющим высказыванием является птица летит. Так вот, что здесь, что уточняет? Для меня, мне кажется, действительно правильным, что одно высказывание уточняет другое высказывание. Но надо еще что-то сказать, каким образом уточняет. Получается, все-таки девочка летит. То есть не просто
Есть одно высказывание, еще раз, есть другое высказывание. Для меня кажется очевидным, что второе высказывание уточняет первое высказывание. А если девочка летит красиво, ну, красиво, это уточнение? Летит красиво? Да. Это гибель. Это летит красиво, да? Ну, согласитесь, что это гибель в высказывании. Ну, не будем сейчас эту самую усложнять, ну, без того непонятно. Уточнение, на самом деле, занимается, весь язык занимается уточнением. Не, а можно сказать, что второе высказывание становится формой первого? Ну, если вы уточните, что вы имеете в виду. Я тоже как-то вот так где-то близко стою. Смотрите, вот у Гегеля есть такое сравнение, что язык в себе всеобщий. То есть, на самом деле, он никогда не может достигнуть единичного предмета. Да? Он будет всегда высказывать, если начнет высказывать, он там у него феноменологи духа, там клочки бумаги. Да? Если я сейчас начну пытаться описать этот клочок бумаги, именно тот самый, который передо мной лежит, я никогда не закончу его описывать. Потому что всякий раз я буду высказывать только всеобщее. Не получается ли, на самом деле, что вот эти вот ваши уточнения, это не что иное, как просто попытка языка перепрыгнуть вот этот барьер абстрактности, да, этот барьер всеобщности, и указать на конкретное, на нечто конкретное. И метафора как раз в этом помогает. Потому что метафора как раз вот пытается этот вот скачок сделать, да, вот что девочка не просто бежит, а как-то вот она вот это особенным делает образом. А особенно поэтическая метафора, так она вообще уникальна, да, там поэт нашел какую-то метафору, там удивительно. То есть вот попытка указать на уникальность чего-то, события, факта, чувства, да, вот метафора пытается вот как вот это сделать. Потому что изначально язык этого сделать не может, согласно Гегелю. Указать на уникальный единичный предмет. Всегда высказывает только всеобщность о нем. Любая девочка, да, вот мы все говорим, девочка бежит, какая девочка? Ну, получается, что любая девочка. Фактически это не девочка бежит, а некого рода абстрактный субъект, девочка, которую мы понимаем как девочка, он что-то тут много чего делает. Хотя как конкретно всегда бежит какая-то конкретная девочка. Ну, Булат, я не вижу конкретизирующей функции метафоры. По-моему. А уточняющие? Может быть, не уточняющие, а конкретизирующие. Так вот, казалось бы, именно вот чем сегодняшнее построение Олега Михайловича, ну и хорошо, что оно разделывается с подобными указывающими действиями, на которых споткнулся Гегель, получается. Ведь обратите внимание, получается, что язык он не говорит об единичном, указывающей функции у него нет. Изначально нет. Он да, не может. То есть у нас реально то, что говорит из этого, это маленький кусочек бумаги, лежит на столе. Вот это говорит язык. А не то, что он пытается отослать какому-то конкретному вот этому куску. Который бумаги, лежит, который лежит конкретно. Да, совершенно нет. В этом получается, раз нет указывающей функции, то отношение между маленький и беленький и лежит на столе. Между этим только является отношением. А отсылка как раз, он этим не занимается. Вот так получается. Да. Гегель занимается. Мне кажется, в нормальной в этой парадигме указывающей. И Гегель удивляется. Ах, не шмоглась. У него более того, он же говорит, что значит истинное, это чувственное достоинство, является всеобщее. Он как бы отсюда делает ведь вывод. Ведь язык правдивее, он говорит, да? Да. Мы пытаемся указать единично, но язык правдивее. Все, что может указать язык, это всеобщее. Все. Как бы все это, переходим к всеобщему и как бы полностью теряем это, реальность как единичная. Вот этот, вот здесь в связи с этим стоит другой вопрос. А можно поставить вопрос об указывающей функции языка сам по себе, если ты находишься в некой языковой среде, между бежит, летит, веселое, между их отношения, указывающая хоть в какой-то мере функция языка сохраняется, или это всего лишь иллюзия? Вот, на мой взгляд, иллюзия. Я говорю, есть реальность, когда что-то сказывается о чем-то. Тезис можно много чего постараться вывести. Наверняка. Сокрушенная указывающая функция имеет огромное следствие наверняка. Я просто силу необразованности не могу. На что бросил? Шеновская теория информации похоронена, в общем-то. Да нет, дело не в этом. На самом деле указывает ведь человек.
А для этого использовать средства, типа язык, там все что угодно он использует. Другое дело, что с помощью языка он, может быть, этого достигнуть не может. И мы не понимаем, все равно нужен, как у Гегеля, восприятие, да, вот этот указующий перст, да. Все равно нужен. Он же ведь как переходит к восприятию? Тем способом, что он указывает на предмет, да, вот на этот листочек бумаги он указывает и переходит от единичности этого к всеобщности вещи. То есть указывание, то есть жест, уже не язык, язык не может, только жест. Ну, видите, что получается, я уже 100 раз об этом говорил, сам с удовольствием к этому снова возвращаюсь. Если я в вас, вот, Булат, вижу действие, что вы сидите, а не бежите, и вижу свойства, там, носите очки, вот, то я могу различить вас, глазами могу различить вас, действие и свойства, что у вас черные волосы, вы черноволосый. Вы сидите, и вы черноволосый. Не скажу, что счастливый или веселый, но черноволосый. Вот. Только после того, как я в языке различил свойства и действия. То есть, понимаете, сама проблема указывания не существует. Какая нафиг указывание, если я через язык формирую восприятие? Или есть листок бумаги, он уже, вот он листок бумаги, и все. И не понимаю, что если он листок белый и лежит, я различаю в нем свойства и состояние его, то только после того, как я в грамматике различил «ый» и «ит». Только когда я это увидел, мне кажется, что в эту иллюзию впадает. То есть какая-то непосредственность видения? Да, непосредственность видения до языка. Это не так, язык формирует восприятие. Без языка я не могу увидеть, что Булат сидит и черноволосый. Для меня это будет просто два свойства. И у Гегеля, и у листочка просто два свойства. Вот он белый, и вот он лежит. А то, что мы различаем свойства и действия через грамматику, через грамматические средства, это Гегель просто не знает. Но тогда об указывании вообще речи быть не может. Раз язык формирует восприятие, живое впечатление. Ну вот здесь, наверное, вот так дело стоит, что мы под уже готовое, то есть под девочку подсовываем конкретное чувственное содержание. Вот так, наверное. Чего-чего? Подсовываем, подгоняем уже готовое чувственное содержание под вот эту самую девочку. Таким образом. То есть действительно язык, он как бы живет своей жизнью. То есть заранее девочка уже фраза такая, девочка да. бежит, да, да, или да, девочка да, летит, как да, птица, да, да, да? Да, да? А потом смотрим девочка. Да, да. И да, мы да. раз. Да, 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 да. Вот именно так, да. Хотя она может быть стоит, что это как стол, да. Но мы ее увидим. Нет, ну по крайней мере, под девочку берем вот и под нее. То есть язык давно все сказал. Все формы уже давно уже как бы в языке уже. Вот меня интересует грамматическая форма метафоры. Грамматическая форма свойства. Есть грамматическая форма действия, грамматическая форма метафоры. Я говорю, есть два высказывания. Я пытаюсь выстроить, я ничего не говорю, но я пытаюсь об этом поговорить. Как говорят, вода сейчас за метафору поговорить. Есть одно высказывание, базовое, предметное, девочка бежит. Мы берем второе высказывание, птица летит, это тоже предметное высказывание. И некоторым образом одно высказывание сказывается о другом высказывании. Я не понимаю, что о чем сказывается. То ли предикат второго высказывания сказывается о первом высказывании. То ли предикат второго высказывается о субъекте. Буквально так. Предикат второго высказывается о субъекте первого высказывания. Но как-то это. Что это за грамматическая форма? Она должна быть раньше. Влад абсолютно прав, с моей точки зрения. По-моему, Игорь сформулировал первым, что сначала должна быть грамматическая форма. Вот мы ее ищем, грамматическую форму метафоры. Иначе на эту девочку никогда не полетит. Если нет, так же, как Булат, никогда не различу положение и свойства. Так и девочка не полетит, если нет заведомой грамматической формы. Вот мы ее ищем. И налицо тут лишь два высказывания. А как из них сложить грамматическую форму метафоры, это вопрос. Каким образом, иначе говоря, второе высказывание сказывается о первом? Понятно, что второе высказывание летит, сказывается о первом, а девочке бежит. Но конкретнее, что о чем сказывается, я не... Не, ну понятно, что если у нас логика, что форма различия первичнее, собственно, фактического различения,
мы должны эту форму найти. Правильно? То есть мы должны найти грамматическую форму метафоры для того, чтобы в реальном метафорическом языке видеть эти метафоры. Понимать. Очень правильно, да. Очень правильно. Надо только ее искать. Ведь какой-нибудь человек, который не знает этой формы, может же метафору понять как реальность, да? Ему говорят, что девочка там летит, и он там смотрит, действительно, полетит, куда она летит, там, на север, на юг. То есть он может понять это буквально. Ведь метафору можно понять буквально. Ну, так сумасшедшие. Сумасшедшие так и делают. Да. Не по глупости. Это первый признак сумасшествия, отсутствие непонимания метафоры. Человек совершенно адекватный. Абсолютно адекватно. У тебя все поймет, все опишет как есть. Но первое, что исчезает, самый первый признак помешательства, это невосприятие метафоры. Человеку скажешь, пойди купи колбасы, принеси сдачу. Он пойдет, купит, принесет сдачу. Человеку скажешь, сел не в свои сани, он сейчас лето. Самый тонкий первый признак безумия. Все на сегодня. И ищем грамматическую форму метафоры. Игорь, а троп, даже еще лучше, если девочка летит, это вообще троп, да? То есть все тропы как бы, ну, в каком-то смысле одинаковые. То есть это вообще... Да-да-да, потому что, ну, вот троповый уровень. Могу... У меня есть логическая форма языка, геометрическая, всеобщая форма языка, и нужно еще вот эту тропическую. Ну, совершенно верно, потому что как бы... Общая тут ситуация такая, что есть вот три этих корневых тропа. Есть много как бы дискуссий по поводу того, сколько вообще всего этих форм, как они друг с другом относятся. Но вот вроде бы пока консенсус состоит в следующем, что корневых из этих форм три. Метафора, метонимия и синекдоха. Но вообще говоря, это все суть тропы. Это как раз вот троп, это то, что вы говорите, метафора. Это просто перенесение смысла слова в иной контекст, в иное значение, постановка его, и все. А там вот все прочее, это как бы детали. Вот синекдоха, например, это в том случае, когда смысл целого переносится на части. И когда людей считают по головам. Сколько у тебя людей? У меня там 5 голов. Вот голова в данном случае выступает как бы эмблемой всего целого, всего человека. Вот когда так часть замещает целое, то это синекдоха. Вот. Ну и так далее. С метафорой, кстати, хуже всего, потому что она меньше всего в этом смысле определяется. Здесь просто говорится, что это некоторый перенос по сходству или по аналогии, в общем. Я еще хотел заметить, забыл, надо в размышлениях о метафоре, надо помнить, что метафора асимметрична. Девочка летит как птица, птица не летит как девочка. Да-да-да. Птица веселая как девочка, но девочка не веселая как птица. Угу. Потому что птица не веселится, а девочки, как Игорь утверждает, не летают. То есть в одну сторону метафора всегда. В обратную нельзя. Ну, то есть слова можно составить, но это не даст никакой труп. Да-да. Вообще ничего. Девочка чирикает как птичка, но птичка не чирикает как девочка. Нет, можешь сказать, что грузовик едет как гоночный автомобиль. А потом подумать, какой-нибудь сломанный гоночный автомобиль пыхтит как грузовик. Или едет как грузовик. Когда субъект более-менее подобный, можно обратить метафору. А это будет уже по другому свойству. Видимость, да, это обращение? Да, да, по другому свойству. Грузовик стремителен, как этот самый, а этот наоборот. Медлителен, да. Или грузин, да? Да, или пыхтит, как что не свойство. А вот еще, кстати, тоже хотел заметить. Значит, тут что всегда в этих формах напивается, особенно это касается метафоры, вот в этом новом соединении слов, которое дает троп или дает метафору, обязательным должно быть следующее условие, что мы должны понимать, что сохраняется и прямое, и переносное значение. Не должна быть такая ситуация, когда мы не можем различить то и другое.
Вот только когда мы понимаем, что девочка летит, это в смысле бежит, вот только тогда это возможно. Ну, то есть она же может буквально в смысле лететь, упала с крыши и летит. Да бог с ним, я не про то. Я про то, что сейчас... Нет, я имею в виду, что тогда мы не различаем, что она бежит и летит. Совершенно верно, да. А если мы просто вместо глагола «бежит» поставим другой глагол, но в котором не будет понятно, что он связан с «бежит», не знаю, там, «плывет». Может плыть, как бежит, как плывет. Что девочка плывет, мы не понимаем, что это метафора того, что она бежит. Весь мой пафос относительно метафоры против этого высказывания. Да почему же? Да потому что человек не похож на слона размерами, он ровно слон по размерам, но только по размерам. Хобот у него не вырос, но по размерам он ровно слон. И девочка тогда бежит бы... именно по птичьи, хотя она осталась девочкой, она на двух ногах. Олег Михайлович, тогда бы оказалось, что сочетание любых... любого субъекта предиката давало бы метафору, а это эмпирический метафор. Но просто не любое сочетание субъекта с предикатом дает метафору. Девочка плывет. Когда когда говорится, что Игорь Данилов форменный медведь, да? Лучше это метафора. Форменный идиот, да, лучше, так лучше. А это гипербола. Кстати, чистая правда. Это чистая правда. У меня была гипербола, а у него была это чистая правда. Ну так вот. Нет, я имею в виду, что его замечание совершенно справедливо. Так вот, но не любое вот так вот слово, присоединенное к Игорю, даст метафору. Не любое. Уточнить про девочку можем только несколькими способами. То, что она, например, летит. А можно же сказать, девочка как рыба. Мы же не скажем, что она поэтому идет, как плывет. Это же мы не скажем. Мы говорим просто, что она холодная, как рыба. А в том-то вся и штука, что если она идет, она может плыть. Потому что она так плавно идет, что прямо плывет. Ну, это работает. А бежать так не может. Но девочка как рыба, это не означает, я еще раз повторяю, что девочка идет как плывет. Девочка как рыба означает, что она холодная. Ну плывет. Да. Это понятно. Есть стандартные какие-то тропы. То есть. Да, поэтому когда мы говорим, у нас же есть способы преувеличения, чуть больше, большое, совсем большое, превосходная там какая-нибудь степень. Так вот человек... слон. Человек как слон. Это один из способов в этом ряду. Этот ряд, он упорядочен. И потом, Игорь, не факт, что не любое. Я с улицы, где топор удивлен, дедарь пугается, где дом упасть боится, воздух синьком зело сберем и так далее. И так далее. Фактически любая, знаете, вот... Особенно поэтическая речь. Да, казалось бы, что там с дом упасть боится. Так вот, если сложно с поэтической речью, все-таки не любая. Ну, не любая, конечно, но... Месяц как срезанный ноготь, это метафора. Ну, а месяц, я не знаю. А месяц ноготь? А месяц ноготь. Это уже не поэтическая это метафора. Это фигня какая-то, а не метафора, извините. Не поэтическая метафора. Поэтическая еще непонятно, что такое поэтическая метафора. Вообще непонятно. Нет, просто луна, месяц как ноготь, оно вообще не воспримется, что это метафора. Срезанный ноготь еще понятно. Да, ну конечно. А просто ноготь... Ну, Игорь, мы просто работаем со свойствами. Игорь, действительно нельзя назвать балериной. Да. Ну, никак. Это метафора. Нет, у него просто нет свойства, которое может зацепиться. Девочка все-таки бежит, и поэтому как бы вот она и стремительная, и легка. У нее пуанты, может, да. Где-то, мы же не знаем. Только в этом ограничении. Мы берем конкретное свойство какое-то, которое действительно есть, предметное есть. Девочка, вот она бежит. Она не лежит, а бежит. Если она лежит, как птица летит, то не получится. Это означает, конечно. Что в структуре метафоры должно быть не только грамматическое, но и предметное правило. Да. Ну да, а вы так напираете, что нужно найти только исключительно грамматическое правило. Да не, но мы же о предметах тоже не можем что угодно сказать. Я тоже обладаю, поскольку у меня не было грамматики, я не скажу, что он блондин. Да, можешь сказать, хотя это не соответствует предмету. Предметное здесь значение не имеет. И в чем здесь метафора? Да не, ну так же и в метафоре. Не всякая метафора это уместно. Так же и как не всякое описание уместно. Это не меняет того обстоятельства, что чтобы была метафора, нужно грамматическую форму. Это верно. Но это не отменяет того, что метафора должна быть
Понимаешь, у вас занятие да. Во сколько? А? Следующее занятие во сколько? Влад, мы опаздываем на съемку. У нас полчаса. Успеем, наверное, опаздываем.